OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ну, значит, нас обвиняють, що ми там Донбас окупуємо. Ми завжди це робили. І робимо зараз. Да-да-да. Ну, разве я не что-то непонятное сказал? Здесь все умные люди, все прекрасно понимают. Совершенно очевидный факт. Все это понимают, все это видят. Я даже спорить с вами не буду, потому что это правда. Факт вторжения российской армии на Донбасс в августе 2014 года доказан не раз. Количество тяжелой техники, которую путинская власть направила против украинских солдат, измеряется по меньшей мере сотнями единиц. В большинстве своем это модели советского образца. Боевые машины пехоты, десанта, танки Т-64 и Т-72 разных модификаций, включая модернизированные Т-72Б3. Об участии этой техники в боях на востоке Украины мы подробно рассказывали ранее. Все видео по этой тематике вы найдете в плейлисте на нашем канале «Армия РФ в Украине. Расследование». Однако, кроме старых модификаций, российские войска во время вторжения использовали и новейшие образцы тяжелой техники. Пользователь социальной сети Life Journal с ником «След взят» разместил на своей странице прямые доказательства участия в боевых действиях на Донбассе современных российских танков Т-90А. Эти свидетельства появились в сети еще осенью 2014 года. Танкист 136-й отдельной мотострелковой бригады, военная часть 63-354 Вооруженных сил Российской Федерации, зарегистрированный в социальной сети под именем Виталек Маракасов, выложил свои фото на фоне дорожного указателя вблизи села Терновое, Краснодонский район Луганской области, в 4 километрах от Луганска. Первый снимок примечателен тем, что в кадры попали элементы конструкции зенитной пулеметной установки танка Т-90А. На фоне танка этой модели Маракасов фотографировался и ранее. На патронной коробке танка Маракасова зеленой краской закрашен бортовой номер. То же самое часто встречается и на других Т-90А из 136-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации. Определено точное место съемки Т-90А Маракасова. Уже летом 2015-го было обнаружено еще одно свидетельство применения вооруженными силами РФ танков Т-90А на Донбассе. В октябре 2014-го член незаконного военного формирования так называемой ЛНР из Краснодона, зарегистрированный в социальной сети как Игорь Комиссаров, загрузил серию фотографий поездки в Новосветловку. Передвигаясь на автомобиле с юга на север, он снимает по дороге указатели населенных пунктов в Молодогвардейске, в Самсоновке, в Придорожном, в Новоановке, у Катериновки, в Новосветловке, а также все интересное, что встречается по пути. На участке трассы между поселками Придорожное и Новоановка им были зафиксированы три боевые машины десанта БМД-2, два армейских грузовика и три танка Т-90А. Для проверки того, что фотографии сделаны действительно на участке трассы между Придорожным и Новоановкой, взято видео этого участка дороги, отснятое из автомобиля. Поскольку оно снималось при движении с севера на юг, а не с юга на север, как фотографии Комиссарова, то для удобства объекты местности на скриншотах сравниваются с их зеркальными отображениями, взятыми с фото. Участок трассы, где были засняты вместе два Т-90А. Те же самые деревья на фото и на видео. Ориентировочное место съемки данных фотографий на спутниковой карте Google Maps.
Место съемки – одиночного Т-90А у предупреждающего дорожного знака. Определено точно. Местность совпадает с таковой на видео и легко находится по спутниковым картам. На фото достаточно узнаваемых объектов. Таким образом, подытоживая вышеперечисленное, можно утверждать, факт применения российскими армейскими подразделениями танков Т-90 в Украине летом-осенью 2014 года не вызывает никаких сомнений. В то же время свои действия, верные идеям Кремля боевики, оправдывают необходимостью дать отпор мифическим американским войскам. Некоторым, то ли от употребления тяжелых наркотических веществ, то ли по причине бурной фантазии, удается увидеть на Донбассе колонну американских танков «Абрамс». Перебрасываю технику. Была замечена колонна «Абрамса», вон укрепрайон. Колонна «Абрамса»? Да, колонна «Абрамса». Именно, ну сколько, 2-3? Ну, это 3-4 единицы еще. Это то, что 3 успели заметить. Танки они даже не красят. Не перекрасят, так и остаются? Танки остаются коричневого цвета. Все. Песочного? Песочного. Их даже не красят. А пока сказочники из псевдореспублик сочиняют басни, исследователи ресурса «Информнапалм» создали уникальную инфографику. Они изучили имеющиеся в открытом доступе фото и видеосвидетельства присутствия российской армии в военном конфликте на Донбассе и зафиксировали их на специальной карте. На ней указаны места постоянной дислокации российских военных соединений, их присутствие в так называемых перевалочных тренировочных пунктах на украинской границе и непосредственное участие в столкновениях с украинскими войсками в Донецкой и Луганской областях. Специалисты «Информнапалм» провели кропотливую работу по поиску, документированию, сортировке, идентификации и геолокации изображений, а также донесению этой правды всему миру на языке тех стран, где правды о войне в Украине не знают вовсе, либо же знают очень мало. Теперь стало возможным собственными глазами увидеть почерк и масштаб этой войны. Это сделано не только для того, чтобы освидетельствовать реальное участие режима Путина в войне на Донбассе, но и с целью помочь российскому обществу разобраться в себе, когда у него настанет время прозрения. Если же прозрение не наступит никогда, это будет наглядное дополнение для составителей хроники гибели некогда Великой Империи.